Привет, я Иван Ургант, ведущий программы «Вечерний Ургант». Настало время снимать новые серии нашей передачи. Где же мы их будем снимать? Или... Нова Скотия. Может быть... Барбадос. Или... Саскачеван. А может быть... Азербайджан. Так, ну... Где же будем снимать новые серии? Вечерняя Урганта. Это мощник Хрусталев. Конечно могу, братья. Я же все-таки соведущий программы «Вечерний Ургант». Я и пригласил других еще. Молодец, Хрусталев, сейчас разберемся. И да, я еще звал моего корреспондента, Александра Друзья. О, господин Друзь, самый умный человек в России. Да-да. А также Виагра. Я не вернусь. Ильич. Ну что, опять помогать надо? Да. Эх, нигде без Little Big не обойтись. Братья Меладзе. А мы всегда рады помочь. И особенно вечернему Урганту. Дмитрий Нагиев. Все, я ухожу с Первого канала. У меня свой канал. Нагиев Universal. Ясно. И у меня такой передачи нет. Значит, пусть помогают другие. Тима Белорусских. Ух ты. Я вообще-то отправляюсь в Боблинген, Оффенбах и Мюнхен. Это в Германию. Так что, есть ли тут Германия у вас? Нету, к сожалению. Нету Германии. Ну тогда, сори, не могу помочь. Моргенштерн. Я... Деградант. И мне все... Пох. Ясно. Ну ладно. Андрей Макаревич. Так, когда-то я был ведущим программы... Смак. Пока не нарисовался этот... Ургант. И вместо меня начал вести передачу. Так что своему конкуренту я не помогу, ясно? Юлия Волкова. Нас не догонят, нас не обгонят, нас не догонят. И Дружко. Я не понял. А зачем где-то снимать вашу передачу, кроме России? Я не понял. Ну пройдись по буквам. Зачем искать страну для российской передачи? Так я не понял. Ну, давай попробуем по книжкам пройтись. Может, найдем тебе страну. Ножницы. Так. Б. Будильник. Моя программа. Вечерний Ургант, а не утренняя звезда. Что? О! Эс. След. Аквариум. Да. Лучше я пойду покормлю своих рыбок. А то я... Не понял. Зачем искать страну для российской передачи? Нас не догонят, нас не обгонят. Так, ну что, Юля, ты предложишь? Я хочу позвонить кого-нибудь. Ну, давай. Позвоним, спросим у кого-нибудь. Например, моей маме, давай посмотрим. Привет, мама! Поможем Урганту? По-моему, тебя мама не слышит. Может, дядя? Да, может, дядя мой менеджер, так сказать, продюсер мой. Оу, ты меня слышишь? Продюсер не слышит. Ну, извини, Ургант, я хотела тебе помочь. А теперь... Но эти не слушают. Да, и теперь мне некогда, мне срочно нужно отправляться в турне. По всей Европе с Леной.
Лондон, Париж, Москва. Нету. Но тут нету европейских стран. Ну, не могу тогда ничем тебе помочь. Я и так, я и звонила, и песни слушала. Все не так. Да, тебе. А, пусть другие помогут. Пусть этот Макаревич поможет. Что? Какой поможет? Я же сказал, конкурентам не помогаю. Так... Ясно? Я лучше сам послушаю песенку. Сколько букв слове «смак»? 4. Вот. Вот. Я по синему морю, на белом корабле отправлюсь в Саскачеван. Да, канадскую провинцию Саскачеван. Первый бал. О, и Барбадос первый бал получает. Ясно, а ты тут оставайся. Магистр, слышишь, там люди кричат о помощи. Я деградан. И мне все пох, кто там кричит, как кричит. Мне пох, не помогу им. Да. Пусть они кричат, по всей этой острове. Ага, и где же они находятся? Наверное, в Бриджтауне. Барбадосе, второй бал. Вот, если хочешь, помогай сам. А где мне... Бог? Да. Все, пока. Так, ну я же говорил, я в Германии нахожусь. Как я тебе могу помочь? Назови свои любимые краски. Ну ладно, давай. У меня только синяя краска нравится. Да? Ну, посмотрим, может, есть синий краска в флагах. Нет. Саскачеван, второй балл. Барбадос. Четвертый балл. Нова Скотия. Первый балл. Азербайджан. Первый балл. Так все страны подходят. Ну, я же говорил, я в Германии, я тебе не могу помочь никак. Ах, какой бестолковый этот Тургант. Что тебе? Да выучи азбуку на Гие. Эй, Ургант, читай по буквам. Нагиев Юниверсал. Это моя телекомпания новая. И я к Первому каналу больше не помогаю. Ясно тебе? Я уже был в гостях у тебя. Ну что, братья, вы хоть уже поможете? Да, конечно, поможем, Ургант. Так, ну что... Давай, Валера. Носорог. Носорогов видел? Не видел. Баран. Кто баран? Это мы кавказцы, мы любим шашлык из баранины. А, ну ладно. Слон. Соскочевание. Слон, да вы что? Автобус. Ну, если тебе ничего не нравится, бери автобус и... Едь по всей Баку. Да, по всему Баку на автобусе. В Азербайджане. Второй бал. Так, что тут такое? Я хотел на яхте поплыть, а там... Бандиты окражали корабль. Тут явно нужно кардинальные меры. Rock, paper, scissors, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, rock, paper, scissors. И всех бандитов за борт. Ну вот, видел, Ургант, как они убежали сразу от наших собак из клипа. Или Rock, Paper, Scissors. Сразу все за борт умотали, так что яхта свободна, ты можешь.
Я могу для Урганта специально, я вас отвезу в Баку. В Азербайджан, третий бал. Я не вернусь. Слушайте песни, другую песню лучше послушаем. Ну, наши песни лучше. У нас и сиськи лучше, и гру... Тихо. Не скажи это слово, а то YouTube блокирует. Это со своими сиськами вы тут... Ладно, сколько вас? Мы трое. Лобода и Брежнева. И еще одна. Третью песню давай. Я люблю свою лошадку. Вау, жеребец. Да ты, Ургант, настоящий жеребец. Мы твои кобылки, ты наш жеребец. Да, вообще-то, девушки... Ох, спасибо. Ну, самый умный человек в мире. Я знаю. Ты, к сожалению, моя машина в ремонте. Моя красная, прекрасная машина в ремонте. Степа ее починит. И тогда я тебе ее дам, чтобы ты мог уехать в Новоскотию. Страны, где красный цвет. Вот, например, Азербайджан, четвертый бал, Саскачеван, третий бал, Новоскотия, второй бал, ясно? Вот это было самые умные слова, пока я слышал. Ну так обращайся, я же великий друг, самый крутой игрок, что, где, когда. Ну, видал, я даже друзья тебе притащил, и что, где, когда. Да, ты могёшь, Хрусталёв. Ах, ну что, я заслужил послушать песенку? Можешь слушать, мой братец. Так, ну давай, сколько букв в слове Хрусталёв? Девять. Песня номер? Девятая. Снег? Август еще. Какой снег? Ты что, Хрусталев? Еще лето на дворе. Я спать вообще-то хочу. Нам еще передачу вести. Какой спать? А, ну ладно, пусть спят соседи. Снег белый? Белый. Белый цвет в флагах. А, это другое дело. Саскачеван, Половский. А есть, да. Четвертый балл. Азербайджан. Пятый балл. Новоскотия. Третий балл. Ну что? Я не понимаю, я точно... Я не понял, что делали до меня все эти люди. Так же можно просто взять и позвонить... Тур-гида или секретаршу. Да, продюсера телеканала Первого канала. И все узнать. Вот как я, например. Позвоню и узнаю. И вы можете отправляться в Барбадос. Прекрасная погода у нас. Барбадос, четвертый балл. Ну вот, это же так легко. Я не понимаю, что делают все эти люди. Так. Я бы помогла тебе, конечно, Ургант, но меня бабушка ждет. Ферме ждет. Да, я обожаю просто молоко. И там живет мой любимый кот. Матроскин. Полоскин, Матроскин. Так что из чьей страны где? Ферма. Где Полоски? Полоски, Азербайджан. Вот, например, Азербайджан, шестой балл. Саскачеван. Тут две полоски. Барбадос. И Барбадосе полоски. А тут? Крест. Тут крест, тут не полоски. Ясно? Да, ну ты замудрила, Волкова. Ну, что тебе еще надо? Выучи буквы.
Да пусть собаки тебе помогают. Я тебе не буду помогать. Да, приходите ко мне на передачу «Смак». Я очень вкусно готовлю и очень классно играю. Я не повеселишься, видишь, какая у меня гитара, и песни у меня крутые. Тебе на Лизку можно положиться, она молоток. Вот, пусть Лизка и помогает, подлизка этому. Выучит азбуку, пусть Лизка. Давай, Элиска, вперед. Белка. Так, какая еще белка? Слон. Откуда соскочивание слоны? Автобус. Ну вот, Азербайджан. 6-й балл. Носорог. Но в Канаде. В Канаде ни слонов, ни носорогов нету. Чего? Какой носик? Чего носик? Мне вообще-то... Деградант я. Да, при чем тут мой носик? Да идите-ка вы. Мне пох. Да идите-ка вы. Ну, Тима, ну, выручай, ну, помогай. Ну, как я могу помочь? Я же в Германии, в Мюнхене. Ну, сколько букв твоего имени? У меня 4 буквы. Ну, хоть песенку 4-ю послушай. Чего? Кто так плохо обо мне отзывается? Винни-Пух. Да? Какой он у нас там? Коричневый. Тима белорусских. Ищет коричневый цвет, да. Влада. Новоскотчик 4-й балл получает. Так. И больше ничего. Так. Ну, хоть так, да помог. Я вообще-то не понимаю. Ты чё, читать разучился? Нагиев... Читай! Нагиев Юниверсал. И чё? Это мой новый телевизионный канал. И там нет никаких Ургантов, нет никаких первых каналов, нет ничего. Ясно? Это мой канал. Ой, да что с тобой говорить? Лучше пройдусь. Повокруг нас. Да, вокруг нас. Найду водопадов. Героя своего нового. В котором в далеком джунгле находится. И в буйной реке. А где же тут реки? И где же тут море? Ну, это только Соскочеван. Потому что это канадская провинция. Да. И Новоскотия. Тоже канадская провинция. Да, 5-й балл. Потому что там самый крутой водопад в мире. Ясно тебе, вот Ургант. Ой, извини, конечно, Ургант, но нам пора. На ферму отправиться. Да, к родителям помочь надо им. Сено убрать. Да, сено убрать. Покормить. Брать корм для лошадей. Да, покормить их. Вот, короче, много-много дел на ферме, так что... Мы не можем выучить азбуку следующую. Извини. Так, чего вам надо? Выучи буквы, огни и борто. Букву, я хочу букву, я хочу. Ладно, Брежнева, выучи. Ну вот так-то лучше, наконец меня заметили. Фонарик. Так. Арифметика. Это явно не школьный. Слон. Опять. И ты туда же. Бычок. Какие бычки? Иди-ка ты лучше к своему мужу Меладзе на ферму, да, отправляйся. И своих тёлок возьми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, опять без меня никак не обойтись, да? Да. Никак не обойтись. Угу. Ну, самый умный человек на свете, знаете кто? Ну, кто? Дед Мороз. Он знает все ваши... желания.
Он знает все, что вы хотите получить на Новый год. Ой, ну не надо льстить, господин Друзь. Ну это же так. Он все знает. Каждый год приходит, подарки дает. Подарки это мне нравится. Каждый год что мы делаем? Наряжаем елку. Зеленую елку. Вот так же и смотрите, страны, где зеленый цвет. А твоим детям и внукам, Друзь, будут дополнительные подарки. Я так польщен. Меня назвали самым умным человеком на свете. Будет тебе подарков, Друзь. Да, зеленый цвет. Где у нас? Саскачеван. 5 баллов. Азербайджан. 7 баллов. Ну что? Нам надо музыку для передачи. Да? А кто играть будет? Давай Меладзе возьмем. О, давай. Значит, Валера будет нам петь. Так. А Константин будет играть на саксофоне. Ну, я не умею на саксофоне. Я на рояле играю вообще-то. Тогда на рояле играй. А кто на саксофоне будет? Наверное, эти девушки из Виагры. Мы хотим. Давай. Я буду саксофоном играть. А я гитарой. А я буду на барабанах. Ну что, послушаем, что у этих чудиков получилось? Да, явно вам нужно тренироваться, ребята. Я не понял. Это была музыка или что? Неважно, идите-ка вы к главному эксперту, да. Спросите лучше. Да, вот я тоже хотел вам сказать. Эти люди вам больше не помогут. Идите к главному эксперту. Все, пока. Фу. Главное, что... Моргал и колю. Ургант. Не надо. Если не моргал и выколю, скажу страну, где твоя передача будет. Ну давай, лучше страну. Моргала не надо. Ладно, ты будешь в Азербайджане снимать. Итак, новые серии передачи «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом и соведущим Дмитрием Хрусталев будут сниматься в Азербайджане. Смотрите Первый канал.